Вот такой он был, Михаил Горшенев. Можно по-разному относиться к группе «Король и Шут». Можно ее любить, можно ее не воспринимать никоим образом, можно по-разному относиться к Михаилу Горшеневу. Кто-то считает его фриком, кто-то считал его одиозной фигурой, кто-то считал, кто знал его ближе, очень трогательным, нежным, добрым и умным человеком. Ну вот поподробнее об этом мы и поговорим сегодня с бас-гитаристом группы «Король и Шут» Сергеем Захаровым. Добрый день. Здравствуйте. Итак, какой он был, Горшенев? Дело в том, что я с ним познакомился и брал большое интервью, когда у нас в городе открывалось наше радио. Это было 24 года тому назад. И с князем беседовал уже позже. Он еще не наводил себе вот эти антенны на голове. Он показался мне во время интервью таким усталым, каким-то, как ни странно, умудренным опытом, хотя «Король и Шут» еще не так давно существовал на тот момент. Но я бы никогда не сказал, что это действительно вот какой-то грубый, вызывающий себя ведущий. Сарказма особого я не увидел. Мне показалось, что он совсем другой на сцене, нежели в быту дома и за пределами сцены вообще. Какой он был? Ну, на сцене он актер, артист. То есть он полностью идейный в этом плане. То, что он и верил, то, что он и делает, он изучал и... И исторические всякие факты, это в последующих альбомах тоже там можно будет увидеть. Вот. А на самом деле он очень чуткий, ну, такой внимательный. Он даже мог, он иногда вел себя так, что он типа якобы не понимает или не хочет понимать, но он как бы переживал. Вот. Даже вот такой момент, когда я говорю, Миш, надо ложиться в больницу, а он думал, говорит, а что, говорит, музыканты будут есть вообще, что как бы это... Ну, на что я говорю, Миш, ну, вроде у нас как бы есть там какие-то накопления. Там, переживем. Да, переживем, тем более как бы, ну, правильное питание, это, ну, гречка, морковь, свекла, картошка. Ну, особо, ну, как бы это недорогие продукты. Вот, и он переживал очень сильно по этому поводу, вот за каждого... И за князя постоянно переживал. И когда вот тот очень актуальный вопрос, то, что почему разошлись на самом деле, и кто кого предал, не предал, вот очень сейчас очень много об этом говорят. И, ну, мне кажется, Андрей вроде разъяснил ситуацию, но вот хочется мне сказать об этой теме. Там на самом деле что произошло? То есть это, ну, Горшок с князем, они стремились к театру постоянно. Они же даже какой-то там и с братьями Запашными даже. Да, это мы, это Лена, гимнастка, когда она еще работала у них, ну, главная народная артистка, Елена Петрикова, она говорит, Сереж, вот были предложения, сейчас я там еще потом закончу, были предложения сделать шоу с Алисой, с Кипелом и с «Король Шут». В итоге она говорит, вот, ну, мы решили с «Король Шут», давай свяжем директоров всех наших. Ну, и я Бытагову сказал, Горшку. Естественно, Горшок заинтересовался. Угу. Ну, потому что такое серьезное шоу. Ну, конечно. С животными, театр, все это. На месте он не стоял. Не-не-не. Это... Единственное, то, что он подустал, он на тоде вымотался. Вымотался и физически, и морально. И просто он просил, говорит, Сереж, давай хотя бы, ну, отменим все концерты. Ну, человек все вымотался морально. Ну, и физически. И физически, поэтому... Но все-таки... Я не знаю, кому приписывают эту вот знаменитую расхожую фразу, да, по-моему, Хендрикс сказал «Sex, drugs and rock'n'roll», да, вот. Ну, по-моему, это применимо вообще к Горшку, да? Вот. Применимо, но он в итоге, он хотел перебраться, переехать в Москву, он говорит, я хочу в Москву переехать, ну, он, это не секрет, конечно, для всех близких музыкантов, я как бы не хочу там против каких-то, ну, наших коллег какие-то вещи говорить, ну, он хотел сменить состав. Он просил, ну, понятно, что это неприятно, ну, многим слушать это и князь. Но он просил именно, насколько я помню, тебя подобрать музыкантов. Да, московских. На что я ему говорю, Миша, а зачем? А смысл-то? Это как бы группа единая, целая. Надо просто всем собраться и, ну, расставить. Ну, какая-то неуспокоенность просто была. Ну, видимо, кто-то что-то боялся, кто-то что-то это... Ну, я никогда ничего, я вот как есть, так и говорю там. Ну, вот не было такого ощущения, что Михаил занимался самоликвидаторством каким-то вот. Ну, это зависимость. Тут нет, не то, что вот, тут не было умышленного с его стороны, потому что я в глазах
там... Но это не от безысходности, потому что вроде творчество, да? Не от безысходности. Это просто, просто самая настоящая зависимость. Да, это зависимость. Потому что я разговаривал с главврачом Бехтеревым, с психиатрами, разговаривал. Они говорят, да, Сереж, у Миши серьезная зависимость. Я, кстати, про себя спрашивал. Я говорю, у меня есть зависимость? Ну, мы пообщались с психиатрами, Они говорят, ну, у тебя чуть другое. Ты просто раздаешь себя всем, и потом можешь это чуть перебарщивать. Вот. А так, говорит, тебе надо... Это потом, говорит, сейчас... Ну, про Мишу говорили, и вот... Я когда в глаза смотрел, мы сидели в купе, то есть ноги уже стали... Ну, сердце уже начинало... Ну, кардиомиопатия, да? Да. Если не ошибаюсь. Это истощение сердца. Да, ну, это естественно, это... что на основе вот этих... Употребление излишеств. Всего, да. И, ну, может быть, не до конца, не так. Вот князя рядом не было. Был бы князь рядом, наверное, что-то было получше. Потому что все-таки я, ну, вот докончу то, что я начал. По поводу, кто кого предал. Просто Андрей Миша сказал, что... Миха, давай, как бы это не моя тема. Я там не вижу в этом тоде себя просто абсолютно нигде, ни с какого боку. А, так как Андрей тоже Миху поддерживал и... Ну, как бы они в паре работали, то есть ему тяжело было, как бы, что его нету рядом. Ну, как поддержка. Ну, это же как брат, как, не знаю, как семья, ну, все да. это. Вот. И Андрей говорит, мне смысла нету, то есть я не вижу себя, и не хочу я там. Ну, это не мое, все. Вот, вот на самом деле. И Андрей не предавал. Он говорит, порешали на том, что у Андрея свой проект, у нас тот... И отдельно концерты группы «Короля и Шута». Это я понял, даже вот. из разговора князя тоже это все понятно. Замученный дорогой, я выписаю сил. И в доме листика я ночлега попросил. С улыбкой добродушной старик меня пустил. И жестом душелюбным на ужин пригласил. Путь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Если такой вопрос, но если не захочешь, можешь не отвечать. Да? Вот все-таки, я не говорю сейчас о предательстве, я говорю о том, кто, по-твоему, сейчас, ты можешь сказать, некрасиво себя повел? Что при жизни... Горшка, что после его ухода? Кстати, именно ты сказал, как это не цинично звучит, да, ты сказал, что на его смерти музыканты заработали гораздо больше, чем при его жизни. Ну это кто себя некрасиво повел, как по-твоему? Или не хочешь говорить? Ну, по крайней мере, всегда вел себя правильно и ведет это Андрей Князев. Вот он, а я, если кто-то спрашивает, ну, то есть вот я его как вижу как порядочного человека, и он от начала и вот по сей день он не менялся, он делает то, что он делал. Но начинал делать и то, что продолжает делать. Вот. Ну, просто тут... был такой фильм знаменитый, польский, «Все на продажу». После того, как погиб великий польский актер Збигнев Цибульский, и они, Анджей Вайда снял этот фильм «Все на продажу», где продавалось вот буквально все. Да? Как говорил Владимир Семенович Высоцкий, я не люблю манежи и арены, на нем миллион меняют по рублю. Вот сам этот так называемый памятный тур, на котором действительно вот на имени... Первый или, вот, или по последний? Да, когда они заработали 40 миллионов. Как, ну, там... ну, на самом деле, там, да, была нехорошая тема, то, что некоторые города отменяли, потому что больше не могли предложить, чем они предлагали. Говорит, вот нам нужна такая сумма. А вот так даже. Белгород говорит, а ну, мы не можем такую сумму предложить, мы не выхлебим, но мы хотим, чтобы вы памятный тур сделали. Они говорят, а мы тогда не переедем к вам. Вот так. Ну, это жизнь. Кто-то должен быть хороший, плохой, чтобы гармонировал этот весь... Естественно, я не могу не коснуться фильма. Вообще, я, честно скажу, я не люблю байопики, да, так называемые биографические фильмы. Крайне редко, я не говорю даже о музыкантах, крайне редко что-нибудь такое выдающееся попадается. Из наших мне понравился фильм «Довлатов» в свое время. Мне понравился фильм «Грязь». Я не знаю, смотрел ты его или нет. Он посвящен Мотли Крю. Нет. Вот там совершенно... Какие-то отрывочки случайно. Отмороженность абсолютнейшая. Да, да, вот да, да, то, да. Что, то, что
По крайней мере, он был снят честно, откровенно, со всеми вытекающими. Вот, потому что там, конечно, творилось что-то невообразимое. И мне... пусть у меня есть какие-то вопросы. Я не знаю, вот как твое отношение к сериалу «Король и Шут». У меня есть какие-то вопросы, но сам ход очень оригинальный. Вот, который придуман с постоянными перебивками на какие-то средневековые темы. Вот эти вот все... Так это так и было. Это об этом тоже. Это Миха все говорит «Викинги». Там все да. Но это здорово придумано, это здорово сделано, и сериал такой недешевый получился, в общем. Вот что бы ты, может быть, изменил? Что тебе не совсем понравилось в этом сериале? Ну, на самом деле, начнем с того, что я его не смотрел. Но я, как бы из-за того, что я все знаю, вот то, что творилось, и что добавлялось, что не показывалось. То есть, и вот со слухов всей российских наших почитателей там группы... Ну, там рейтинг чуть ли не 10. Ну да, и я уже как бы, у меня не через зрительное восприятие, а через слух я уже понял, что там в этом сериале. На самом деле этот сериал половина разделилась, почему-то нет, другие почему-то да. Да, половина там, ну, то, что там прослушивание, там меня еще много сцен. Ну, а это действительно так нет, было, да? Нет, этого ничего не было. Да, развлекательный сериал, где есть всегда и подъем, и падение, и там счастливый конец. Ну, разные сюжеты, вот эти все, эта линия. Много чего там, конечно, ну, придуманного, интересного. Но важная тема, то, что после сериала... Вот по поводу был вопрос... Почему такая тенденция, все музыканты, и, я скажу, не только дети, и взрослые, и, там, и полицейские стали на гитарах опера заниматься, кто-то мне звонит, там, консультируется, там, Сереж, какую бас-гитару купить, хотя люди уже в возрасте, уже там майоры, и вот им интересно, почему-то им интерес. После вот этого сериала я не стал бы говорить, хороший он, плохой, это, ну, по крайней мере, дети, они настолько... впечатлились всем этим, и результат того, что вот это уже все хорошо. Сейчас занимаются ну, какой-то музыкальной культурой, кто, вот, кто что себе выбирает на фоне вот этого такой, сериала. Да, большой толчок, как... и это плюс, позитив, это я вижу, потому что с музыкальных школ какие-то отчетные концерты, педагоги подходят на наши концерты, говорят, Сереж, спасибо вам огромное, потому что дети, у них даже... Вот просто человек занимается в музыкальной школе, да, там ребенок, он вот так вот, ну, как-то средне занимается. А тут интерес к «Королю Шту», интерес к песням, и за счет этого интереса у них тяга, у них они быстрее усваивают материал, там, ноты, там, ну, сольфеджио. И ну, вот а это большой плюс. Наверное, тебе, может быть, и не стоит смотреть. Вот я такую крамольную вещь скажу, потому что, ну, это как «Мастер и Маргарита», понимаешь, у каждого свой, да, а ты, который варился в этом во всем, и тебе это будет смотреть смешно, как музыканты, когда смотрят фильм «Лето», да, про Майка Науменко, они тоже говорят, ну, хорошая сказка получилась, но все же было совершенно по-другому. Тебе, как непосредственному участнику, это будет казаться наивным. Я думаю, что, может быть, и не стоит. Ну, может, я поэтому и, типа, интуитивно не то, что я не уважаю, что-то говорю нет, против, нет. Я там в протесте, абсолютно нет, просто... Ну и правильно. Потому что дети, очень много проектов сейчас... Ясно. Я хочу посмотреть. У тебя нет сейчас времени. Проект «Глушители». Ну, это шоу-группа. Это называется шоу-группа, да? Это шоу-группа, это кавер-шоу, да. Тоже некоторые говорят, вот, Сергей там исполняет песни, почему там он что-то... Ну, мы с Андреем говорили, кто попросит какую-то песню, мы, естественно, исполняем. Это как и работа, и как бы мы себя тоже реализуем там. Это, ну, мы как актеры, как музыканты. Ну, нам это интересно. Мы, неважно, там, 5 тысяч мы получили за концерт или 55 тысяч, мы те же самые, то есть... Просто ловите кайф. Мы ловим кайф, ну, плюс это как бы профессиональная работа. Другой, конечно, проект, он более серьезный. Это пока в тайне. Я не могу не задать вопрос в завершении нашей беседы. Вот тот самый роковой день. Ну, ты отыграл последний концерт. Последний раз он на сцену вышел с тобой. На нашествие. Нашествие. Я рад, всего за
Вот последний день. Твои ощущения, ты можешь в нескольких словах? Что ты делал? Ну, были ругани, понятно, в группе. Когда ты узнал, что все, что он ушел, что Михаил Горшенев больше не существует на планете Земля, твои первые впечатления, твои ощущения, что ты вообще сделал, что, как ты это воспринял? Пустота. Пустота полная. Просто человек ушел, такая глыба, который на нем столько всего держалось, и просто ступор. Вот реальный ступор, и я уже просто сам потерялся, это неоднократно говорю, потому что мы с ним много разговаривали. У меня когда отец приезжал на вокзал, и, ну, у меня отец, он КГБшник, и он и с Мишей, и с Андреем разговаривал, ему было очень интересно, ну, разговаривать, потому что он педагог был, mm-hmm. у меня как бы, и разведчик в Индонезии, 15 лет там жил, вот. И Миша по 3 часа с ним разговаривал. И я, ну, за Михой наблюдаю. Вообще, кстати, вот умный, неумный, вот в шахматы я с ним играл, мы по 4 часа играли в шахматы, я у него ни разу не выиграл. То есть я хотя занимался в шахматной школе, там первый, второй класс, третий, а он, я не знаю, по-моему, не занимался. И были такие шахматные турниры. И вот мы с ним частенько играли, и я ни разу не выиграл. Ну, вот очень так. Прям стратег такой, чик-чик-чик, все там. Я всегда завершаю свой разговор со звездной персоной вопросом, на который не сразу, может быть, получится ответить, но можно подумать. О ком из живущих ныне людей, живущих или живших, которых ты застал, ты бы мог сказать, я горжусь, что живу или жил с ним в одно время? Ну, естественно, это мой отец. Ну, вот потому что много чего я от него почерпну. Ну, Горшок, князь, они очень интересные люди. Не зря отец мой, он с ними общался, потому что очень интересные, глубокие, ну, умные люди и порядочные. Сегодня, дорогие друзья, мы вспоминали Михаила Горшенева, мы вспоминали группу «Король и Шут». Наверное, все-таки Горшок, Горшенев был совсем не таким, каким его привыкли видеть на сцене, на экране, в клипах и так далее. Наверное, он был другим. Я повторюсь, по-разному можно относиться к творчеству его и к самому Горшеневу. Я хочу сказать только одно. В любом случае, мы должны быть благодарны, что он подарил нам группу, которую, не нравится мне это слово, но она действительно стала культовой группой «Король и Шут». У нас в гостях сегодня был бас-гитарист этой группы Сергей Захаров. Спасибо. Знаю я ничего в жизни не вернуть. И теперь у меня один лишь только путь. Разбежавшись, прыгнул со скалы.